и Сына, и Святого Духа. Христос воскресе! Через все Евангелие от Иоанна красной нитью проходит мотив противопоставления света и тьмы. Он звучит уже в первых строках Евангелия, в самом прологе. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Этот же мотив проявляет себя и в слышанном нами сегодня рассказе об исцелении слепорожденного. «Доколе я в мире, я свет миру», говорит Господь, и с этими словами совершает исцеление. Слепой от рождения человек получает зрение. Ему, находившемуся годами в непроглядной тьме, наконец дается свет. Но словно в противовес этому, евангелист тотчас повествует о гораздо худшей тьме, чем та, в какой пребывал слепорожденный. Речь идет об ожесточенной реакции фарисеев на исцеление, совершенное в субботу и совершенное посредством глазной мази, которую Христос тут же на месте изготовил из земли, явно бросая этим вызов расхожему представлению о субботнем покое, во время которого нельзя было работать, как будто сделать быстро что-то из земли – это работа. Разумеется, Господь мог бы исцелить слепорожденного и одним своим словом, однако избрал именно такой путь, немедленно истолкованный фарисеями как нарушение субботы. Их духовная слепота противоположна новому духовному состоянию бывшего слепого, чью разумную аргументацию в защиту того, кто его исцелил, они не в силах опровергнуть. И это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. С явной иронией отвечает бывший слепой на нападки фарисеев и победно заключает: «Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего». Из этих слов уже становится ясно, что бывший слепой прозрел не только физически, но его духовное прозрение завершается в храме во время встречи со Спасителем, когда он исповедует Христа вслух, как Сына Божия. Конфликт слепорожденного и фарисеев – это только частный случай того противостояния Бога и мира, изображение которого характерно для всех писаний апостола Иоанна Богослова. Под миром в данном случае подразумевается не вселенная, сотворенная Богом, а человечество, находящееся в состоянии падения, в состоянии служения греховным страстям. «Не любите мира и того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей», пишет апостол Иоанн в своем первом послании. Символически это противостояние Бога и мира выражается контрастом между светом и тьмой, духовной тьмой, в которую неминуемо погружается человек, отвергающий свет Христов. Отвержение света Христова евангелист Иоанн понимает не только в догматическом смысле, не только в смысле отказа от веры во Христа как в Сына Божия, но и в нравственном плане, как отказ от любви к окружающим людям. «Кто говорит, что он во свете, а брата своего ненавидит, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Читаем мы в том же первом послании. Каждый из нас приходит в мир, входит в земную жизнь, как слепорожденный, зараженный греховными страстями и потому не способный видеть людей
в свете Христовом. Но ведь воспринимать окружающий мир и особенно людей в этом мире подлинным образом возможно именно только в истине Христовой, в свете Христовом. В противном случае мы не увидим в человеке самого главного, не различим в нем образ Божий, а сможем распознавать лишь то, что можно увидеть через темные очки той или иной греховной страсти, через те очки, которые мы носим так часто, что порой даже не замечаем их. Осуждение – это одни темные очки. Гнев и раздражение – другие. Зависть – третьи. И что тогда можно разглядеть сквозь них? Точь в точь, как в сказке Андерсена «Снежная королева», где речь идет об осколках волшебного зеркала, которые, разлетаясь по миру, попадают людям то в сердце, то в глаз. И, попав в глаз, делают человека способным видеть в окружающих лишь их дурные стороны. Другое дело – икона. На иконе, особенно созданной таким мастером, как Николай Шелихов, на иконе мы видим попытку изобразить самое прекрасное в человеке. Не столько его физический облик, сколько, как пишет апостол Петр, вернее, говорит, он был неграмотный, сокровенный сердце человека, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Именно это изображает икона, то есть те черты, которые восходят к образу Божьему. И окружен человек на иконе золотым фоном, который как раз и обозначает благодать Божию, божественный свет, или, как говорит святитель Григорий Палама, нетварные божественные энергии. Ими пронизано все мироздание. Но лишь в ту меру, в какую мы оказываемся способны преодолеть свой эгоизм и приблизиться к любви, мы и делаемся способными постепенно прозреть и начать постепенно воспринимать свет Христов, а затем и улавливать отблески этого света в других людях. Но это внутреннее изменение в нас, если оно происходит, то происходит очень медленно, а порой и мучительно, так как любой шаг к свету Христову дается только ценой преодоления в себе того, что этому свету противостоит. Постараемся, тем не менее, не останавливаться на этом пути, на пути к свету Христову, каким бы этот путь трудным нам порой ни казался. Аминь.